Школа народного искусства в Санкт-Петербурге, открытая императрицей Александрой Федоровной в 1911 году, ныне отмечает два юбилея. 400-летие воцарения династии Романовых и 20 лет со дня восстановления школы. В стенах православного учебного заведения организованы выставки, посвященные этим двум событиям. Эту школу, где стремились сохранить народные традиции, задумала и открыла иностранка, супруга Николая II, императрица Александра Федоровна. Как и сегодня, образование детей вызывало у мыслящих людей того времени большое беспокойство. Поэтому в начале 20 века созревший мировоззренческий и духовный кризис привел к тому, что лучшие люди обратились к школьному делу. Именно поэтому в 1911 году императрицей была открыта женская школа с целью воспитания национального духовного характера у будущего поколения. В школе стали обучать крестьянских девушек из 29 губерний России, послушниц и монахинь из разных монастырей. По окончании учебы они возвращались в родные места, где организовывали художественные мастерские, обучали кустарному производству новое поколение. После революции школа была реформирована в техникум, а потом память о ней и вовсе стерли. Восстановление школы началось только в 1992 году. Вначале это был маленький класс, расположенный в здании Дома культуры. А теперь у школы есть свое большое помещение. От других общеобразовательных школ, на первый взгляд, она отличается наличием мастерских, парт рисмана с углублениями для чернильниц, необычной школьной формой и домовой церковью внутри здания. Именно здесь утром собираются ученики и педагоги на молитву. С молитвы начинается и каждый урок. Когда узнают то, что в православии, они говорят то, что ну это неинтересно, то, что там. А так, когда говоришь то, что там очень интересно ремесла, то, что самое интересное, они становятся, ну, интересуются этим, тоже начинают там все смотреть в интернетах, какие есть там, ну, да. И вот им, конечно, интересно, потому что они думают, что ну это же не в каждой школе такое будет, в каждой обыкновенных школах там кулинария, труд простой, а тут именно ремесла, им это, ну, заинтересовывается. Но есть здесь особенности, которые с первого взгляда можно и не заметить. Например, большое количество детей из многодетных семей, что еще больше усиливает ощущение большой семьи. Народным ремеслам детей обучают в небольших группах. Это вышивка, ткачество, гончарное дело, иконопись и многое другое. Для некоторых выпускников эти ремесла потом станут профессией, а кто-то из них вернется в школу в качестве преподавателя. У директора школы Натальи Пономаревой есть мечта – вернуться к первоначальному замыслу императрицы. Когда у нас будут большие пространства и большие площади, тогда мы сможем сделать такую настоящую учительскую школу для учителей со всей России. И мы надеемся, что это будут сначала учителя начальной школы, потому что православный учитель начальной школы, он фактически воцерковляет детей, погружает его в традиционную культуру. И учителя эти будут владеть вот всеми теми ремеслами, которые владеют наши дети. Они будут понимать, что такое народное искусство и духовная традиционная культура народа как основа воспитания. Вот так что это наше, я надеюсь, ближайшее будущее. Сегодня в школе вспоминают царскую семью. К 400-летию династии Романовых организована выставка. Здесь собраны предметы обихода, памятные фотографии и другие экспонаты, которые подчеркивают значимость святых царственных страстотерпцев. Другая выставка к 20-летию школы сделана в виде дерева. Здесь собраны фотографии памятных событий, лидеров школы, показано ее развитие, а также цели, которые преследуют учителя. На самой верхушке дерева располагаются гнезда с птенцами. Окрепнув, они должны будут отправиться навстречу самостоятельной жизни и превратиться в жар птиц. Этой весной общеобразовательная школа народного искусства снова проводит набор в первые классы, а также на свободные места в других классах.